На площади перед Центральным домом культуры городского округа Люберцы состоялась акция «Будь здоров». Студенты Люберецкого медицинского колледжа провели зарядку для сотрудников областной больницы, Центра культуры и краеведческого музея. Подробнее в нашем сюжете. После синего сна вновь проснулась весна, позади холода нет погода. И с приходом тепла снова манит она нас к себе, недотрога природа. 7 апреля во всем мире отмечается День здоровья. В честь праздника под авторское исполнение песни Константина Шевченко «Весна» 40 первокурсников медицинского колледжа провели флешмоб-зарядку на открытом воздухе. Готовимся к весне, заряжаемся энергией. Я считаю, что медицина – это вообще помощь. Врач должен помогать людям. Вот. И я люблю помогать, почему нет? Это же добро. Всероссийская акция «Будь здоров» организована общественным движением «Волонтеры-медики». Студенты помогают в медицинских организациях, обучают правилам первой помощи, содействуют развитию донорства крови и костного мозга. В период пандемии наши студенты помогали в процессе вакцинации, встречали больных, заполняли медицинские анкеты, регистрировали их и, соответственно, уже провожали до кабинета вакцинироваться. Также волонтеры поддерживают всероссийскую акцию «Добро в село» и готовятся помогать на фельдшерско-акушерских пунктах. Дмитрий Гринчев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.